говорили, вы же сказали. Ну, во-первых, это наше полное конституционное право, как вы знаете. 31-я статья Конституции – собраться мирно, без оружия. Я тут вижу все мирно, без оружия. А фотоаппарат не оружие? Фотоаппарат, наоборот. Значит, свобода слова – это тоже Конституция. Поэтому никакого мы тут криминала не делаем. Вот. Я надеюсь, что слышно нас более-менее. Значит, я был на обоих судах, и на первом суде Ходорковского, и на втором суде Ходорковского. Я за этим слежу внимательно. Могу сказать, что первое дело было полностью сфабриковано. И второе дело полностью сфабриковано. В первом случае Ходорковского, Лебедева посадили за то, что они были самой прозрачной, самой законопослушной компанией, и с тонны нефти платили больше, чем все остальные олигархи. Но остальные олигархи, как вы знаете, процветают, а Ходорковский 6 лет уже за решеткой. То есть явная фабрикация и неравенство закона. Второе дело вообще абсурдное. Его обвиняют в том, что всю нефть, которую добывал ЮКОС, украли. Он говорит, а как так, минуточку, ребят, как украли? Вы нам дали лицензию, мы платили налоги, платили зарплаты, значит, пополняли бюджет. Как мы могли всю нефть украть? И где мы ее физически украли? Это не важно, говорит прокуратура, все в деле. А в деле ничего нет. То есть полностью абсурдное, сфабрикованное дело. Поэтому, безусловно, эти люди не виноваты. Безусловно, Ходорковский создал лучшую в России компанию, самую прозрачную. Первый открыл финансовую отчетность, все показал, акционер, собственников и так далее. Вот. И это эти люди политически заключенные, в этом нет никакого сомнения. Я очень сожалею, кстати, что международные организации до сих пор, да, официально не признали их политическими заключенными. Признали политические мотивы. Лев, понимаешь, но не признали официально, не дали статус политзаключенных. Я считаю, это неправильно. Второе, я согласен с тем, здесь написано на плакате, что 6 лет потерянных нами, это 100%. Потому что если до ареста Ходорковского у кого-то были иллюзии, у меня лично не было с первого дня. Как только разгромили НТВ в 2000 году, как только разгромили Совет Федерации с губернаторами, как только начали строить вертикаль власти с полпредами, мне сразу стало ясно, что строится авторитарная система. Но у многих были иллюзии. Помнишь, программа Грефа, вот будут реформы, даже наши товарищи многие поддерживали. Для меня не было иллюзий. Но после дела ЮКОСа все резко ухудшилось. Именно после дела ЮКОСа начали гонять правозащитников. После дела ЮКОСа отменили одномандатные округа, выборы губернаторов, новый закон об НКО, новый закон о референдумах. Начали дубинками разгонять марши несогласных. В общем, это был поворотный пункт в истории России. То есть после этого... После ареста Ходорковского, Лебедева, после дела ЮКОСа, режим принял жесткий, брутально авторитарный характер. Поэтому, безусловно, это символическое дело. Эти люди очень мужественные. Вот. Если у вас есть возможность, сами сходите на суд. Суд открытый, туда можно прийти. Для них это очень важно, чувствовать поддержку людей. И спасибо вам, что вы пришли, потому что если общество, пусть даже небольшая часть, выходит, требует защиты своих прав, возвышает свой голос. Поверьте, это работает. Поэтому большое вам спасибо. Я очень надеюсь, что мы вместе победим. Спасибо. Есть надежда на Страсбург? Тогда сразу, да, продолжу. Вопрос. Есть ли надежда на Страсбург? Хочется, конечно, сказать, что есть. Но, с другой стороны, ну как-то стыдно говорить, что единственная надежда российских граждан на иностранный суд. Мы прекрасно понимаем, во что превращено сегодня российское правосудие. И когда мы говорим про то, что оба процесса сфабрикованы, все-таки не надо забывать, что эти фабрикации, они вообще разного порядка. Потому что мы знаем, что наклонная плоскость имеет одно направление движения. И более того, скорость вот этого движения в никуда, она увеличивается. Первый процесс был сфабрикован. Но это, вот к нему это слово подходит, потому что речь шла о том, что было разгромлено сознательно, как сказал Володя Рыжков только что, самое успешное и самое прозрачное, вот важно подчеркнуть, самая прозрачная российская нефтяная компания, которая платила больше всех налогов на тонну нефти. И разгромлена она была не потому, что Ходорковский и Лебедев не платили налоги, а по моему глубокому убеждению, ровно потому, что они платили налоги. Ровно потому, что модель, которую пытался распространить ЮКОС на всю страну, модель вот создания нормальной, прозрачной компании, в том числе и с участием иностранного капитала, эта модель была смертельна для того бизнеса, в кавычках, который строил Путин со своими подельниками. И не случайно. Вот здесь мы, как говорится, написанные по фамилии Путин, Сечин, про них нам все понятно. Но гораздо важнее, мне кажется, отметить роль тех, кто как бы стоял в стороне. Потому что не будем забывать,
что после ареста Ходорковского тогда, после начала дела ЮКОСа, Путина, вот Российский союз промышленников и предпринимателей, встречал стоячий овац. Позор. Да, можно говорить о том, что они боялись чего-то. На самом деле, мы же понимаем, что этот страх, он во многом связан с тем, что им очень хотелось, чтобы Путин Сечин и такие, как они, расправились с их самым опасным конкурентом. И это просто надо понимать, потому что модель ЮКОСа смертельна для вот этого паразитического бизнеса, который процветает в России. И прошло 6 лет. И что мы видим? Прозвучали какие-то протесты вот, от наших так называемых предпринимателей? Нет. Кстати, а прозвучали какие-то протесты от нашего адвокатского сообщества? Ну, чтобы адвокаты сказали как один, что происходящее сегодня в Хамовническом суде, как и раньше в Мещанском, является чудовищным нарушением элементарных процессуальных норм. Мы даже не говорим сейчас про дело ЮКОСа по существу. Его, мы, как понимаем, второго дела ЮКОСа просто нету в природе. Вот. Мы говорим просто о том, что разрушаются основы вообще правовые, процессуальные, без которых не может существовать нормальное государство. Услышали мы такой голос? Нет, не услышали. Мы слышим людей, которые претендуют на то, что они юристы, и которые рассказывают нам о том, что они не могут давать комментарии об этом деле, потому что они не знакомы с его деталями. Невозможно познакомиться с пустотой, с массовой иллюзией. И очевидно совершенно, что если первое дело ЮКОСа действительно было знаковым для фактического завершения свободного предпринимательства в России, то это по существу означает, правосудие как таковое в России перестает существовать. Судья Данилкин, который выполняет роль декорации просто в суде, он показывает, что судья, ну опять Данилкин, я говорю, это роль декорации. Декорация не может быть опозорена. Она декорация, ее туда поставили. Вот. А вопрос в том, кто ее туда поставил. И в каких условиях эта декорация может перестать быть декорацией. Вот здесь от нас многое зависит. Вот я позавчера на слушаниях, которые были организованы по этому делу, я говорил о том, что давайте пофантазируем секунду. Вот судья Данилкин прекращает дело завтра за отсутствием события преступления. Вообще ничего ему не стоит, потому что количество его нарушений давно зашкалило уже. Опять мне говорят, ну и что, все равно их не выпустят, не имеет значения, мы проснемся в другой стране. Но почему этого не может произойти? Потому что судья Данилкин не живет в вакууме. Это он, по меньшей мере, я говорю, не является героем, а главное, он не видит вот той самой необходимой поддержки в элитной части общества, которая могла бы быть получена, если бы туда приходили бы наши так называемые предприниматели, наши адвокаты, если бы туда приходили бы знаковые люди, просто садились бы, сидели бы, и, может быть, многое изменилось бы. Власть не существует в вакууме. И жалко, конечно, нас мало здесь, но все равно мне кажется очень важно, чтобы мы не давали потухнуть вот этой искре общественного негодования. А те, кто сегодня закрывают власть от огня общественной критики, они являются главным препятствием и на пути реформ, и на пути превращения России в правовое государство, и на пути освобождения Ходорковского, Лебедева и других несправедливо осужденных по делу ЮКОСа. Всех политических заключенных, которые к нашему стыду и позору становятся все больше и больше сегодня в России. Поэтому каждое такое мероприятие, я повторяю, пусть нас немного здесь, оно очень...